Всем привет! Продолжаем узнавать что-то интересно. Боги Японии. Бесимон Тен. Бесимон Тен — одно из наиболее популярных божеств японской буддистской мифологии. Бесимон Тен почитается как один из семи богов счастья. Он изображается в воинском одеянии, с буддийской пагодой в одной руке и жезлом в другой. В японских народных верованиях он отождествляется синтоистскими божествами, в частности с Энаматося и Дайгёдзи. Образ Бесимон Тен восходит к индуистскому богу Кубере, Вайшраване, в то время как в индийском буддизме Вайшравана утратил связь с Куберой и не играет самостоятельной роли, входя в четверку стражей небесных врат в качестве стража северного направления. Культ Бесимон Тена принимал в Японии различные формы. С одной стороны, Бесимон Тен продолжал выступать в функции стража одной из стран света. С другой, есть убедительные свидетельства давнего существования самостоятельного культа Бесимон Тена как бога богатства и счастья. Широко известна легенда о мудреце с горы Сиги. Там рассказывается, что святой мудрец в качестве воздаяния за свои добродетели получил мистическим путем чудотворную скульптуру Бесимон Тена. Известно, что именно этому изображению божества возносил молитвы знаменитый полководец Усуноки Масасиге 1294-1336 год, который нарек своего сына в честь Бесимон Тена. Ну вот так вкратце о Бесимон Тене, японской буддистской мифологии. Бесимон Тен почитается как один из семи богов счастья. Пока-пока, до свидания.